Зубаир, на самом деле все началось с того, как мы приехали вообще типа почти год назад на остров Чечень. И мы туда попали, нас отвез Махад, который нам рассказал какие-то удивительные истории о том, как рыбаки спасаются на воде. То есть если они попадают в шторм, очень часто байды переворачиваются, и так как остается воздух в каюте, там торчит только нос. И меня вот поразила история Шамиля Фиксы, который 8 или 9 дней провел в воде вокруг этой байды, привязываясь к кольцу, которое бывает на носу, вместе со своим партнером. И потом позже Маляка, с которой работаю, в общем, я и делаю все проекты, она брала у него интервью, и он рассказывал, что он совершенно как бы не понимал, что на него нашло, что то ли это был инстинкт самосохранения, были какие-то галлюцинации, то ли это была бессонница. Понимаете, он как бы человек... Ну, то есть удивительно, что он так как бы нивелирует, да, может быть, это инстинкт самосохранения, что он вот действительно не заснул ни разу, один раз только на 2 часа, все это время провел в воде, даже практически держал этого мальчика, который с ним был на руках, и практически его спас, на самом деле. И потом их увидел и подобрал корабль. Еще нас поразила история Бакара, с которым мы встречались, который, потому что Каспийское море замерзает, ну, в общем, как ты знаешь, естественно. И он застрял на льдах на 37 дней. Он с сыном и еще одним напарником. И он как раз говорил о том, что нельзя ни в коем случае даже представлять, что ты не вернешься, чтобы не дать раскрутиться этой мысли. Да? Ты просто там перебираешь маховик, мотор и так далее. И потом, и это тоже как-то... И вообще такое какое-то очень осознанное, спокойное отношение к смерти, наверное, меня поразило, потому что иногда даже рыбаки привязывают себя к пустым канистрам из-под бензина, просто чтобы семья нашла тело. Потому что они даже говорят о надежде не как о чем-то таком удивительном, питающем, а как о чем-то таком даже страшном. Вот чтобы было тело, было место, которое можно, не знаю, оплакивать, наверное. Вот. И основываясь на всех этих историях, которые мы собирали, я и сделала перформанс в Венеции, который проходит ежедневно в открытом море за пределами лагуны.